Всем привет, народ! Ну чё, я тут еще чуть больше качества выкрутил. Ну прям я не знаю. Сейчас, короче, буду проверять, смотреть вместе с вами. Ну, должна быть картинка, по идее, прям вообще такая чики-бомбони, да? Сейчас мы это и узнаем. Сейчас мы это проверим. Сейчас она загрузится. Посмотрим, как оно там чё. Вот. Столкач. Если смотрю, он там заходит, так нормально посмотрите на него идут, так что. Мне игра по кайфу, вам по кайфу. Я надеюсь, вы подпишетесь, лайк поставите. Вот. Хочу уже наконец-то добить 2000 подписчиков. Это прям мое желание. Вот. Будем добивать вместе. Ну что, давай, погнали, погнали уже. Загрузки тут идут всякие. Аномали. Кстати, вот если понравится, там ссылка на скачивание в описании, там же еще и ролик будет прикреплен с инструкцией, видеоинструкция, как установить. Там, по-моему, на 8-й минуте надо отмотать тот ролик, чтобы понять, как устанавливать. Потому что там сначала идет типа обзор на этот мод, там такая вот нарезочка. Но это типа не мой, и он там от другого ютубера какого-то. Вот. Так, ну картиночка вроде все нормально. Все топовенько. Так. Вроде не отстает. Окей. Супер. Чики-бомбони, я бы сказал бы. Там мы с этим доктором поговорили уже, да? Ой, блин, опять музыка. Давай-ка, короче, потише сделаю, опять же. Ну, это какая-то вечная проблема. Я не знаю, захожу. Вот зашел, короче, перед записью, прям в меню. Смотрел, оно там на минимуме стоит. Оно нормально стоит. Вот в игре оно почему-то переключается. Не знаю почему. Не спрашивайте. Так, Сидоровича, уничтожить мутантов. А что я тут не сделал? Защита интересов. Поэтому хранение помещиков дает навредить его бизнесу или людям. А, это, по-моему, там бандюка просил убрать или кого-то он там. Ну пофиг, мы сейчас уже на болотах там возле. Ой, господи. Возле деревни новичков там пройти. В общем, недалеко бежать. Так, братан, я думаю, ты как-нибудь там нагонишь меня, да? Ты у нас способный. Где ты там бежишь? Ну, вот сейчас вот здесь. По мосту там. Пускай лучше нас нагонит. Хотя я стою, по-моему, в зоне, где фонит, и мне тут желательно не стоять бы. То сейчас облучусь и буду светиться. Надо еще себе немножко вес таким образом уменьшить. Выкурив сигаретку. Вон там, я уже слышу, он позади меня где-то. По-моему. Ладно. Давай, пошли через воду. Неписи тут через воду не ходят почему-то. Не нравится она им. Думаю, слишком зараженная. Так, давай, сейвик. Ну, нам тут вроде тупо прямо, да? Тупо прямо. Да, и тогда выйдем. Что, погнали? Ну, а здесь еще фонит. Ля, будем светиться. Сколько? Много нафонило? Не, вообще фигня. Приболел, по-моему, немного.
Радиация, кстати, сама так прям не выходит. Ну, ее вроде там не особо много. А тратить на это целый флян как-то не особо хочется. Блин, опять у меня выносливость закончилась. Конечно, там энергетик пил, но... Не особо-то оно и помогло, скажем так. О, догнал нас. Молоток. Ну, чтоб часть кабара тебе можно было дать, а потом забрать... Ладно, я не хочу так на самом деле извращаться уже там. Я вот ему уже калашников подогнал там. Тупака. Вернее, он сам подогнал. Сам подогнал себе. Даже не спросив разрешения. Ну я и не против был, в принципе. Не, не. Мистер Аномалия. Так, в этой же деревне никто не сидит, никакие там бадюки. Опа, 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 опа. Там братки идут. Так, ну-ка давай-ка осторожно. Блять, братан, не пали контору, мы тут без укрытия. Блять. Ах ты, жопа, блять. Взял, завалил моего пацана. Квестового. Так, а где братки? Они ж там шли. Что, давай-ка с этой стороны, а? Братва? Ты братву не видишь? А где братва? Вот там три пацана шло. Так, давай-ка опять музыку потише. Кто какая-то там прям играет. Вот опять там жалоба какая-нибудь прилетит. Мне, кстати, вот на первый видос, как не на первый видос, короче, было прохождение до этого, но я думаю, кто смотрел, тот знает. Я выложил, короче, там, о, инструмент, нормально, два видео. И, короче, на второе видео мне прилетело, короче, по авторским правам, блядь. Типа, жалоба, контент, типа, там имеет авторство, да, ну, типа, правообладатель разрешил его использование. Но я почитал, типа, что это за фигня такая. Типа, лучше с такой штукой не шутить. Можешь потом, короче, прилететь на канал. Что посерьезнее, типа. Правообладатель, типа, сейчас разрешает использование. Ну, там, допустим, если видос там наберет нормально потом просмотров. Ну, допустим, то потом, может быть. Могут быть претензии, короче, к тебе из-за этого. Типа, жалобы там, ну, знаете, короче, YouTube такая вещь. Так, у меня уже сейчас перегруз, блядь. Наверное, из-за инструментов, да? Давай водичку попью. Потому что она не особо поможет. Ну, радиатор чуть выйдет, может только. Да, да. Только радиацию. Только ее родную. Баррел, деля. А, тут проводники еще есть точно. Можно было пользоваться, воспользоваться. Так вот, ходить по квестам. Че, радиацию там вывела? Вообще вывела. Водички чуть попил и все. И все, чики-бомбони у него. Ж мне какие-нибудь прицелы вот, было бы прикольно. Так опять музыка эта, блин. Там забывает такая. Давай потише ее. Слушай, а может тут. А что нам продать можно?
Ну, инструменты. Инструменты можно технику. Вот, грубые работы. Сдам, короче, технику, да, инструменты. Ну и мутантские вот эти вот части продам. Кстати, у меня почти 10 нашивок-то, вот тоже вот по квесту. И есть у меня там 7, 7, 7 нашивок бандитов. Так что живем, пацаны. Будет еще квест, будет еще денежка. Я, может, эту СКС-ку заменю на какую-нибудь другую. Поинтереснее пушку возьму. А Игорь запыхался. Не. Ну давай, пешочком, аккуратненько, потихонечку. Не спеша, так скажем. Ну давай, мы почти пришли. Ну давай ножками перебирай. Шаг за шагом, по-моему, F5 нажал. Господи, ну ты, блин, издыхлик. Покормить тебя, что ли? О, вертолеточ. Где он? Где-то там летает, за деревьями. Это какой-то вездесущий вертолет, я не знаю, он везде преследует. Давай этот ящик разобью. Фонарь. Да, пофиг, продам уже, что тут тянуть, да. Здорово, мужики. Как оно? Сидят тут пацаны на картах. И нормасик им. Шалом, шалом. Так, давай, я тебе попробую. Надо передохнуть. Что-то починить Не, требуется? мужик, я тебе инструменты притащил. Работа для грубой работы. Давай. Я выполнил задание. Все. О, здесь косарей, слушай, дал. Вообще отлично. Так. Так. Ну, вес мы уменьшили свой. Да. Давай, ты у нас части мутантов покупаешь, вроде. Ой, мясо давай сюда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну просто от лишнего веса избавиться. Но деньги, я так понимаю, тут не особо проблема. Дексагон 7,62 на 39. Если какой-нибудь себе калак возьму на 7,62. А я, наверное, не хочу. Я не хочу себе калашников на 7,62. Вообще, помню, себе такую эмку взял бы. Хочется просто. Алло, МР 133. Тут в качестве дробовика. Ну она вроде там сколько она там? Четырехзарядная. Не, шестизарядная. Вообще такую взять или его спас. 26 тысяч. Блин, хочу М-ку, а у тебя есть вообще патроны под... Не, да какая нахрен М-ка? Подожди, ты себе костюм купи, блин, дядька. Ящер. Заря. Че там, блядь, на переносимый? Вот. Кочевник. 60 косарей стоит. Ну, пока не заработали. Это вот надо сходить. Так, патроны. Давай, ПС-ки. Давай, ПС-очки, короче, сюда. Аптечки у меня хватает, аптечки хватает. Все. Заебись. Давай вот это вот забирай там. Все. Заебись. Немножко патриков есть. Калашников может дозарядить надо. Не, калашников. Не, надо дозарядить. Ну, 3 патрона докидал. Нормасик. Все, пошли к Сидоровичу там сдавать квесты. Потом уже будем разбираться с костюмом. Короче, да, костюм это вот первоочередное, что нам надо. Чтобы переносить больше хабара, я не знаю. Все шторм.
В течение 13 часов, короче, ждется. Ждем с Сишторм. Ну, кстати, да, что-то вот ходим, так уже так нормально походили, еще пока ни выбросов там, ни всей штормов не было. Все равно запыхивается, да? Ну, 35, типа почти перегруз. Но у меня тут все нужно, у меня тут херни нету. Херни у меня тут нету. Вот что бы я взял бы еще, наверное, сишки какие-нибудь такие по мелочи радиацию увозить. О, блин, только вспомнил про радиацию, вот уже хватанул немного. Ну, сколько там? Ну, 18. Так. Ну, хорошо тебе, да, налегке идешь. Мне тут тащи, останавливайся. Ну, что у нас тут в сундуке? Вот было бы, конечно, неплохо еще какой-нибудь с инструментом найти. Там бы еще 10 косарей подлутал бы. Так, я хотел еще избавиться от СКС-ки. Ну, сколько бы она там мне стоила? Ну, наверное, дал бы мне там за нее, там, не знаю, 8 тысяч каких. Ну, короче, все, все в дело уйдет, там все в костюм. Так, тут аномалия, осторожнее. Так, вот еще аномалия. Ой. Ну что, графончик нормальный, там вроде ничего не должно пикселить. Я в следующем видео еще чуть-чуть подкручу, я не знаю, но буду стараться там прям вообще на грани, на грани. Это нас, с кем ты там, блядь, пошел уже воевать? Прости, конечно, нескромный вопрос. Ау, блин, братан, извини, я понял. Ты там просто в кусты отходил, да? Я понял. Сорян, что отвлек, мы тут просто уже пришли бы, уже там, я тебя сдал бы, ты уже отходил бы там в кусты. Если прям очень приперло. Я понимаю, что путь, конечно, не близкий был. Ну ты уж как-нибудь потерпи, пожалуйста. Тем более, я тут снимаю, люди смотрят, знаешь. Ой-ой-ой-ой-ой, это меня сейчас что, облучило, что у меня картинка стала такой? И это у меня хпшка просела. Да вроде все нормально должно быть. Чё это оно тут покраснело так немного? А, еще надо этой тетке, короче, принести ее тос. Блин, подруга, ты, я смотрю, вообще офигенно занята. Деловая, блин, колбаса. Так, тебе тут листы надо сдать? Так, я выполнил. 6200. Так, ладно, я к тебе потом подойду. Извиняюсь, что кашлю, ну... Давай, я выполнил. Все, избавились от человека, которого хотел очень сильно в кусты. Так, ну пошли к Сидоровичу. Здорово, Сидорович. Да, нормально, во. Выполнил задание. Ну, кстати, я тебе еще одно задание должен. Давай, так, прикуплю тебе. Сколько ты весишь? 0,54. Ну, вещь нужная, там, если где поспать. Я даже не знаю. Хай будет. А у тебя сколько костюм кочевник? 60 тысяч. А у того, по-моему, 62, да? Шай рюкзак, может, побольше. Полевой рюкзак. Это вот у меня полевой рюкзак. Охотничий. Грузоподъемность плюс 21. Они одинаковые, но с этого, типа, можно там посрезать больше частей мутантов. Противогаз, чё? Уж противогаз я какой взять? Типа, деньги я еще сейчас подформлю. Вот против радейки там. Плюс 21 радиация. Плюс 35. Ну, кстати, вот этот противогаз, мне кажется, получше. ГП-5. А моя сколько держит? Ну, моя фигню держит, да? 10 там. Давай, короче, подожди, я вот это вот еще. О, еще лучше.
Ну чё экономить, да? Зато уводить постоянно, то радиацию не надо будет. ПС-очки? БП, нет, давай уже ПС-ки. ЖПС-ки, короче, давай мне. Я тебе, короче, СКС-очки свои отдаю. Вот так вот отдаю. Блин, ну патроны нужны, блин, как бы тут как ни крути. Надо квесты выполнять, стрелять там. Все такое. Тишки у тебя есть? Короче, братан, вот. Петр Первый. И дешевенькие, простенькие. Вот, три пачки себе сразу. А, спички, 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 спички. А, братан, может, зажигалка какая есть, а? А у тебя спичек нету или я слепой просто? О, сигары у него там есть. Кубинские сигары, кстати, дешево что-то стоит. Ну, братан, ну, блин. Как это у тебя, блядь, нету... Спичек никаких. Что за глушак? АПБ. Это 9 миллиметров, я понял. Конечно, такой себе у тебя ассортимент, я тебе скажу. О, подожди, охотничий нож. Крупная дичь, непригоден. Тоже непригоден для разделки крупной дичи. Ну, это, наверное, у охотников. Брать. Мультитул. Блин, а мультитул, кстати, вот вещь полезная, надо взять. И разбирать там всякие ненужные вещи. Что-то контейнер для артефактов. Ну, свой пока менять я не намерен. Братан, ну, блядь, ну дай ты мне, сука, где-нибудь там спички какие-нибудь. Зажал, блядь. Давай уже так, бинты, бинты. Кстати, у меня бинтов нету, да? Ну, давай вот так вот. Пить. Что это такое? Копченый лосось. Кстати, дешево стоит. Ну, хавка у меня там все, в принципе, есть. Да. Детектор свой обновил бы, я не знаю. Вот так, давай, короче. Возьму получше, вон, медведя возьму. Все. Так, а ты мне, слушай, задание новых не выдашь? Не можешь ничего пока придумать. Военным мне покой не дают. Мне нужно, чтобы султанские братки меня оставили. Мир, я ощущение, что у меня на затылке мишень нарисована. Не, ну, пофиг, короче, на их всех. Па-па-пам. Па-па-пум. Так, подожди, противораз давай. Вместо моего. Пикового вот этот получше надену. А тебе свой отдам. Пойдет? Пойдет. Сидорович доволен. Все. Нормас? Нормас. Патронов у тебя взял я. 102. Ну, блядь. Еще чуть-чуть. Все, вот так вот. Прям вообще идеально. Я бы сказал бы. Прицелов на калак у тебя нету. Все. Пошел, блядь. Давайте, я не кашлять. Че, дашь квест какой-нибудь? Ничего нету у него, да? Подожди, радиация есть. Ну, мало ее, пофигу. О! Да, я вижу. Не мешаю. Работа? Еще какой-нибудь? Не, нету. Па-па-пам. А вам, братва? Надо что-нибудь. Не даже со мной болтать не хотят. Слушай, все вопросы к главному. И что? Ну привет! Работа? Нет у него работы для меня. Ну что, это надо, наверное, куда-нибудь в бар долгошам идти, тем более у меня там квест висит. Я, конечно, подойду, поинтересуюсь еще у этого дядьки. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Все, я понял, у тебя своего мнения нету. Все, из кресеча нету. Вот есть калашников.
Калашников нас устраивает вполне, да, устраивает. Двигаем, короче, в сторону бара. Кстати, по-моему, там в баре у нас... Там есть еще, короче, с кем поговорить. У нас там наводка, по-моему, да? Где там бар? Да, вот, короче... Петренко, короче, поговорить с Петренко. А у нас, кстати, там... О, подожди-ка. Это вот наша цель. Защита интереса. Ну, мы, короче, с ним сближаемся. Короче, сходим, там ликвидируем цель, скажем так. Заодно по дороге. Вот. И потом к Петренко на бар. Так, там что, мутанты ходят, что ли? Вроде никого. Хотя, если оно серое, это типа держит... держит, я так понимаю. Это типа за счет моего противогаза, наверное. Так, тут же никого нету. Ну, вроде никого. Артефактов тоже нету. Это надо, короче, ходить в эти аномальные поля. Ну, я, короче, займусь поиском артефактов, наверное, только после выброса. Как вот он будет, так я и пойду потом после него. Какие-нибудь ближайшие там обыщу. Ну что, ближайшие? У меня только один контейнер. Просто в одну ближайшую аномалию сходить, там какой-нибудь артефакт выловить. Продать, там, может, еще раз бегать куда-нибудь, не знаю. Ну, я с собой таскаю контейнер, чтобы, типа, может, там по дороге еще нашлось бы. Вот буду пробегать там. Может, утону что-нибудь. Так, что мне по баблу? 22 тысячи. Вот, хотел себе костюм, но купил противогаз и патронов. Ну, что, пофиг, противогаз тоже вещь хорошая. Главное, чтобы радиацию держал, да? Ну, костюм, который за 60 косарей, мне тоже, как бы, нужен. Чтоб можно было побольше груза тягать. Так, тут же мутантов нету никаких. Вроде нету. Ну, радиация есть, да? Но она нас не пробивает. Не, пробивает чуть-чуть. Костюм, потому что хреновый. Это начальная, это куртка новичка. О, мы проголодались немного. Давайте мяска старенького, как ты любишь. Вот теперь он пить хочет. Па-па-пам. А фляги с водой у нас все, да? Ну чё, до бара, я думаю, дотерпит. Здорово, мистер вертолет. Ты ж по мне стрелять не будешь? Он, в принципе, по мне не стреляет, типа, пока я по нему там не стреляю. Блин, точно воды нет у меня какой? Ну, точно нету. Ладно, пофигу. Все нормально. Вы кто? Это военные. Ну давай. Да давай, сейчас выйди только. На. Ну сейчас получу, ты выйди только. Сколько их там, двое, трое? Еще есть желающие? Ох, ебать! Я вертолет расстроил. Блять, у меня что, клин, что ли? Давай, жри аптечку. Блять, и как мне теперь проходить? Ох ты ж попа, блин. Такая.
Вертолет меня такой типа не атакует. Эти атакуют. Ну давайте уже, блядь, думать что-нибудь, пока я музыку потише сделаю, ладно? Пофиг мне на этих военных. Сука, ебучий клин. И сейчас мне вертолет начнет ебать. Не, надо калашников обновлять, а то этот, блядь, какой-то... Ебать! Это граната, что ли, была? Не, ну такой подставы я явно не ожидал. Замес пошел. Ну-ка, давай-ка. Не, ну сначала он такой типа клинит там с первого патрона или что там, осечка то есть была. Хил. Аптека. Есть еще? Больше никого. Че, по хпшке? А, ну давай еще одну. Нет, еще одну не хочет. Что? Братан. То ты, мне кажется, принес все, что мне надо было. О, ПС-очки. Шлемак. А, музыку громкую. Музыку громкую себе оставь, пожалуйста. А, Наскар у меня есть? Да, у меня есть патроны. Давай вместо... Что-то дюрза? Или как оно? ПММ. Ну-ка, давай-ка заценим. Ну, конечно, прицельчик я другой поставил бы какой-нибудь. Сейчас мы у твоих братков посмотрим, что у них есть. Ля. Тоже богатые. Сейчас опять наберу, блин, всякого. Что-то ПЛ-ка, да? Пистолет Лебедева. Вот самый. Берил. Па-па-пам. Ну, я не знаю, ну 21%. А я смогу его починить? Я навряд ли его смогу починить. Давай, это на шифте. Разобрать. Да, пофиг, буду разбирать их, короче. А чем ты стреляешь? 5.56. Ну, кстати, он получше моего калаша, так что. Он мне хорошую службу сослужил, но его разберу, наверное. А запчасти на нем все, в принципе, такие себе. Ой. Давай выброшу. Да, пофиг, все это выброшу. Чем мне тягать этот мусор, да? Блин, ну я хотел дробовик себе. Ладно, продажу, короче, будет. Покажи мне калашников лучше. О, РПКшечка. А что, это магазин 60-ник на нем еще стоит? Братан, чем ты порадуешь? Да, ничем особым, да. Че это за звуки, блин? Стрёмные какие-то. Ну и все, и заебись, короче. Нормально, подлутались. Ну чё, может на этом серию уже закончим, а? Чё думаете? Я думаю, можно закончить. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ребята, лайкосить.
Надеюсь, качество видео зашло. Ну вот, как и сам контент. Все. Всех люблю, всех целую, всем пока.